И всем-всем привет, с вами Кейн. И сегодня мы поиграем вот в это. Это, вот не поверите, это эксклюзив Xbox 360. Игра из стартовой линейки 360-го. Камио. Да. Дал мне друг маленький так погонять. Сказал, что это очень крутая игра, ты обязательно должен попробовать, я думаю, тебе понравится. Я маленько поиграл, и знаете, это... И знаете, тут, во-первых, проблемы какие-то с переводом. Ладно. В чем половина игры? На русском, половина без русского. Камио 01. Окей, Камио 01. А, ну да, это то, что я пробовал играть. Вообще, когда я увидел эту игру, я думал, что она создана под какой-то... Под Kinect, знаете? И с Kinect в это игралось бы вполне, ну не знаю... Весело, что ли, так сказать. Понятненько, ладно. Обучение. Алтаспринт. Давай, прыгай уже, пора бы. В общем, наша принцесса может превращаться в разных чудовищ. Такие вот дела. Так, кого может схватить? Никого. Я хочу этот листочек взять. Как мне его взять? На. В этом замке твоя семья в облике Чиллы. Ты должен забрать... Забраться на этот лед. Используй левый грибок для передвижения и подтяни РТ для прыжка через лед. Ищи страницы, которые я тебе оставил для чтения, используй. А, узнай, что я знаю я. Будь смел, если повезет, мы еще встретимся. Отлично. Буря. Блин, ну не знаю, эта игра вообще обещалась быть очень интересной, то есть мы играем с принцессой, которая может превращаться в различных, ох, она еще умеет летать, смотрите-ка, как высоко ты умеешь летать, невысоко, ее не поднять. Что за комбо? Окей, ладно. Как мы можем превращаться в чудовище в то? Схватить Тройля и посадить его на свой шип. Можем туда перепрыгнуть? Нет, почему? Куда нам вообще идти? Сюда? А, понятно, они будут меня обстреливать, да, пока буду лезть. В общем, игра должна быть, по идее, безумно милой и безумно такой забавненькой. Но... Как минимум, она очень сильно устарела за весь этот период. Так, там дверька закрылась. Дракончики летают. Thank you.
Да. Забавники такие орки. Джебами. Что такое джебами? Ой, ой, ой. Очень-очень злой цветок. Нокаутирует только так. Ладно. Нужно делать циклон. Дай мне сделать циклон. Эй, уйди. Циклон, циклон, циклон. Это есть циклон? Блин, как по нему попасть? Вот, попали. Отлично. Теперь ему не позавидуешь. А, ну это тратит энергию, правда. Мне нужно туда, 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 вот сюда вот. Давай, давай, давай. Я ж могу залезть. Шкала духа, да-да-да, я видел, видел. Что, она кончилась, что ли? Нет. Одноногий орк, окей. Блин, игра про фею, которая раскидывает двух орков одним суперприемом. Это как минимум любопытно. Кстати, игру сделала студия Rare. Не знаю, что они, какие игры делали. Вообще первый раз про них услышал, когда видел эту игру. А вот как ты умеешь летать, да? Так, давай-ка в камень обратно. Да не бей ты меня, слышь, орк. Мне нужно как-то вон туда забраться. Ай, это было больно. Так, камера, давай туда. Мы все равно не залезли, смотрите-ка. В чем проблема? Я хочу туда, я хочу наверх. Раскрутились, пошли. Во, отлично. Типа еще по физике. На странице видео с обучением. Я не очень-то хочу их читать. Особого желания нет. И где мы оказались? Тэм-тэрэм-тэрэм. Этот замок становится как минимум странным. Жуки какие-то. Так, ты не можешь это схватить. Окей, понятно. Горящие какие-то странные штуки. Ладно, в общем, ребята, я думаю, понятно, что из себя представляет эта игра. По тому небольшому геймплею, который был показан. В принципе, играть в нее у меня нету особого желания. Ну, она, конечно, прикольная, но вот как-то не цепляет. Как-то слишком, что ли... Не знаю даже, как сказать, не то что детская, но все равно какая-то она не очень, в общем. Неудивительно, то, что не завоевала своей популярности за все это время, вроде бы и эксклюзив, вроде бы и была на старте запуска игры, ой, запуска Xbox 360, должна была быть хоть кому-то интересно, но... Видимо, нет. Ладно, в общем, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, несмотря на то, что из себя представляет игра. Возможно, вам даже понравилась эта игра. Не знаю, портировали ее на ПК, по-моему, все-таки нет. Может быть, позже как-нибудь все-таки Microsoft ее портирует, так как они часто делают это с играми, которые не добились особо хороших продаж. Ну и на этом сегодня все.
Не забываем ставить лайки, подписываться, комментировать. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.